Шеф-повар Максим Григорьев. Дрожжевые рогалики с начинкой. Хочу поделиться с вами замечательным рецептом теста. Тесто дрожжевое на кефире, молоке и растительном масле. Оно получается очень эластичное, мягкое, с ним очень приятно работать. Сама выпечка получается нежная, мягкая и пушистая. Я приготовила рогалики с халвой и с густым яблочным повидлом. Получилось очень вкусно. Это тесто также подходит и для пирогов, пирожков или просто булочек. Время приготовления – 30 минут. Ингредиенты теста. Дрожжи сухие – 1 столовая ложка. Кефир – 200 мл. Масло подсолнечное рафинированное – 75 мл. Молоко – 50 мл. Мука пшеничная 600 грамм. Сахар 50 грамм. Соль 1 щепотка. Яйца куриные 2 штуки. Ингредиенты начинка. Дрожжи сухие 1 столовая ложка. Кефир 200 мл. Масло подсолнечное рафинированное 75 мл. Молоко 50 мл. Мука пшеничная 600 грамм. Сахар 50 грамм, соль 1 щепотка, яйца куриные 2 штуки, начинка, желтки куриные 1 штука, повидло 150 грамм, сливки 10%, 1 столовая ложка, халва 200 г. Шаг 1. Для приготовления рогаликов нам понадобится мука пшеничная, дрожжи сухие, молоко, кефир, яйца куриные, соль, сахар, масло растительное. Шаг 2. Смешать молоко с дрожжами и сахаром. Молоко должно быть комнатной температуры. Шаг 3. Влить теплый кефир, можно подогреть в щи, перемешать. Шаг 4. Яйца взбить с солью. Шаг 5. Добавить в тесто яйца и растительное масло. Шаг 6. Затем добавить просеянную муку. Шаг 7. Замесить мягкое эластичное тесто. Выложить его в миску, накрыть пищевой пленкой и убрать в теплое место на 1,5 часа. Шаг 8. Вот наше подошедшее тесто. Шаг 9. Хорошо его обмять, нам понадобится еще совсем немного муки для раскатки теста. Шаг 10. Тесто разделить на 8-10 частей и скатать шарики. Шаг 11. Раскатать каждый шарик в овал. Шаг 12. Примерно на 1/3 части сделать надрезы ножом. Шаг 13. На край овала выложить начинку. У меня яблочное повидло. Шаг 14. И отдельно я приготовила рогалики с халвой. Для этого надо использовать готовую халву, нарезав ее на кусочки. Шаг 15. Свернуть рогаликом. Шаг 16. Выложить на противень, застеленный пергаментом, смазать яичным желтком со сливками. Поставить выпекаться при 200 на 30 минут. Шаг 17. Готовые рогалики полностью остудить. Шаг 18. По желанию присыпать сахарной пудрой. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.